Петербурге выберут самый уютный сад от московского района. На это звание претендует безымянный сквер на улице Фрунзе между домами 16 и 18. Деревья в этом сквере изначально были высажены в форме идеального круга. Здесь есть серебристые ели, рябины и березы, сделана альпийская горка. Жюри будет оценивать не только цветочное оформление объектов, но и состояние всех зеленых насаждений, а также внешний вид садовой мебели и малых архитектурных форм. Победителя творческого состязания садово-парковых хозяйств комитет по благоустройству назовет в июле-августе, когда городские сады и скверы войдут в самую пышную пору цветения.